Почему вы решили, что он теряет с ней свои годы? Может, наоборот, приобретает? Зрелая, взрослая женщина, мозг ему уже не клюет. Живет спокойно себе парень и живет. Сложно тут судить. Я вообще не рекомендую лезть в чужие отношения. И уж точно не надо его выдергивать. Если человек живет уже третий год и ему нравится, зачем? Сколько? 43? 48. Ну, взрослая женщина. Взрослая. А ему ближе к 30, да? 20. 36? 26. Молоденький, конечно. Большая разница. Ну, что делать? Сложно тут судить. Вот я уже поняла. Вот эти вот эмоции, чувства, чужие отношения. Сложно там судить. Сложно. Хочется нам, конечно, идеальных отношений. Хочется, чтобы все было правильно. Чтобы разница была год, два, три, не больше. Но в жизни бывают разные случаи, поэтому никаких рекомендаций здесь дать не могу.